ты провел уже несколько матчей за основу. Какие впечатления, что можешь сказать о своей игре? Ну, впечатления самые положительные. Долго к этому шел, выпал шанс. Не знаю, как я играю, наверное, судить не мне. Я стараюсь укладываться по полностью, помогать команде, чем могу, судить тренерам. В первом матче, как показалось, ты довольно-таки осторожно старался действовать. А вот, допустим, в матче с «Динамо» уже моменты голевые появляться часто стали. А смелее стал? Ну да, все-таки каждая смена, можно сказать, новый опыт, тем более с такими игроками. И потихоньку начинают чувствовать игру, на что игроки способны. И как бы каждая игра – это для меня сейчас как новый опыт. И с каждой игрой приходит уверенность. И с каждой игрой прибавляется игровое время. Вообще, вот в вашем звене как вы распределяете обязанности? Ну, понятно, ты мозговой центр, да, а, допустим, там, Махановский, Казенов. Ну, у нас на самом деле задача одна – как можно больше нагрузить соперника, не дать ему что сделать. Как можно сказать, как energy line. Вот наши обязанности, друг друга страхуем, помогаем, ничего сложного. Вообще, сейчас, как ты считаешь, вот после матча с «Динамо», какие основные выводы нужно было нам сделать перед матчем с «Витязем»? Ну, играть с первой до последней минуты и выполнять тренерскую установку. Немножко отступили в игре с «Динамо» от того, над чем договаривались, и вот такой результат получился. И последнее. Мы ходим по местам боевой славы сериала «Молодежка». Насколько я знаю, многие его смотрели, да, и среди молодежной команды, и среди игроков основного состава. Насколько было интересно вот это все вот увидеть, я не знаю, там раздевалку, стадион. В принципе, я здесь был в этом дворце уже, и все до этого знакомо мне было. Ну, просто интересно здесь, как все это снимали. Не избежать вопроса, насколько то, что ты видел, похоже было на хоккей? Ну, 50 на 50. Очень многое не похоже. Ну, на это и кино. Там больше, чтобы людям нравились. Там еще много других моментов, не только хоккей.